Друзья, мысли среди ночи. Нам вперлась эта буква Ё. Ну вот, правда. Ну, чё греха таить? Давайте уж так, по-серьёзки. Говорить мы её говорим, с неё этого достаточно. Писать? Нахер. Это ж только время тратить. Ну вот, правда, ну представь себе. Ты вот там, не знаю, торопишься, ты куда-то вот спешишь, тебе вот что-то очень важно надо сделать, там тебе там друзья ждут побухать где-нибудь. И тут тебе вот там надо срочно записку оставить боссу, который тебя, блин, с работы не отпускает. Короче, неважно, ты, в общем, пишешь, торопишься, написал слово, уже точку воткнул. И тут, тут надо же еще две какие-то точки в середине слова поставить. Ты же даже не помнишь, где тебе вот надо воткнуть их туда. Во скорости ты торопишься и попасть, блин, в нужную. Короче, блин, ребята, это такая потеря времени. Зачем? Да вы представьте, сколько чернил тратится на это. Это же просто уйма, это ж целых две лишних точки. Вы чё, блин, в натуре ресурсы Китая, они не бесконечны. Китай не может весь мир обеспечить ручками, если вы представьте себе, каждый человек начнет ставить точки над буквой Ё. 7 миллиардов человек, сука, 14 миллиардов новых точек. Вы чё, блин? Китай озолотится, блин, продавая это на ручки. Так харе, стопе. Они и так уже, блин, дохрена зарабатывают на нашей беспечности. Давайте не будем давать им повод. Ну, хотя, с другой стороны, наши братья меньшие или старшие, ну, неважно, в общем, заграничные наши друзья из Китая, Америки и того и же с ними, короче, они вот уже идут правильным путем. Они нам нормально подсказывают, что нахуй вам эта буква нужна. Вот ты покупаешь уже там планшет или телефон какой-нибудь, вот этот новый смартфон, да, открываешь клавиатурку, у них такой, опа, а ее и нету, идти твою мать, нету и буквы, нет проблем. Ну ты прикинь, вот ты берешь клавиатуру, которая вот еще такая пластиковая, вот они, старинные, с прошлого века, ну хуй с ней, там вот, слава богу, хоть на ней, блин, эту букву тоже затолкали куда подальше, но вот если тебе надо ее написать, это ж как палец надо извернуть, чтобы ее там воткнуть. Там мозг сначала прежний надо сломать, чтобы вспомнить, где она находится. А потом руку, блин, чтобы до нее дотянуться. Короче, ребята, на этой булке надо ставить крест. Нахер лишние точки, блин, и закорючки. Кстати, вместе с ней можно еще послать эту самую букву И. Что у нее это за сверху болтается? А заодно и мягкий с твердым знак урезать, блин. Вот этого шляпа у твердого знака тоже, в принципе, излишняя. И так понятно. Короче. С одним знаком обойдемся. Вообще сейчас нормально, ребята, чем меньше, тем лучше. Сейчас все технологии стремятся к уменьшению. Ну, нормальный алфавит тоже уменьшаем. Уже хуй количество, блин, букв урезали, да еще парочку урежем. Ребята, ну, давайте стремиться, это же современное слово, оптимизация. Все, оптимизируем все, что можно. Нормально. Вы молодцы. В светлое будущее топаем. Уже недолго осталось.